Сука. Да плевать. Уже башка так вспотела, что сил нет. Послушайте очень внимательно. По телефону вам не могли этого сказать, потому что все уже на прослушке и в записи. Полиция предлагает вам сделку. Да, 10 лет в обмен на сдачу, да? Нет, спасибо, мы хотим вертолет. Послушайте, никакой вертолет. Тай! Блять, простите. Простите, я посмотрела. Серёж, простите. Не ходи так смешно. Лёха, еще раз. Я в кадре? Или мне можно не надевать? Да, это все в кадре. Лучше быть. Сначала или с этого момента? С этого момента, как мы сейчас начинаем. Хорошо. Серёж, ты уже здесь. Вот с этого же момента продолжай. Как? Тоже за мной. И начали. Можете снять маски, полиция все равно вас узнает. В этот момент я в другом уже месте, ладно, не важно. Ну, с тем все понятно, а вы Шевцов и Николишин. Сука. Да плевать. Уже башка так вспотела, что просто сил нет. Черт, послушайте, очень внимательно. Сука. Да плевать. Уже башка так вспотела, что просто сил нет. Послушайте очень внимательно. По телефону вам не могли этого сказать, потому что все уже на прослушке и в записи. Полиция предлагает вам сделку. 10 лет в обмен на сдачу, да? Нет, спасибо, мы хотим вертолет. Послушайте, никакой вертолет вам не нужен. Пока никто не пострадал, полиция предлагает вам сложить оружие, вернуть все деньги и вас отпустят. Хорошо, да? Я серьезно говорю. Да, конечно. Слушай, даже интересно, всех остальных тоже так разводят, а? То-то я смотрю, никто еще не свалил. Да это не развод, это правда. Полиция представит все как учение. Да хорош гнать, ну ты чего? Как только мы всех отпустим, нас тут же повяжут в лучшем случае. Или грохнут, чтоб трепались поменьше. Да это правда. Вы можете выйти из воды сухими. Да как это может быть правда, а? Да это бред, в такое даже ребенок не поверит. Простите. Сейчас.